Нет смысла возвращаться. Сколько лет этому порталу? Ох уж эти древние архитекторы. Надеюсь, внутри будет достаточно света.
Не очень веселое местечко. Почему, говоришь, портал закрыли? Что-то подсказывает, что времени у нас в обрез. Поспешим. Используйте умение ярости, чтобы нанести врагу огромный урон. Откройте кодекс Атома, чтобы узнать больше. Остановите! Остановите его! Гамаро, займись ими! И прикончи, наконец, болтливого старика. Thank you.
Прости, я был слишком самонадеян. Мне с ним не справиться. Недостаточно ярости. Откройте кодекс атома, чтобы узнать больше. Не сомневайся, я вернусь. И тогда от этой деревушки и пепла не останется. Вы можете настроить клавиши быстрого доступа для навыков и отображение эффектов от применения умений.
Неужели больше ничего нельзя сделать? Тебе мало, что Корина не стало? Или сердца у тебя нет, старик? Я сделал все, что мог. Теперь решение выносит. Даже не говори мне про богов! Уже слышать про них не могу! Ничто не помогало. У нас оставалась только надежда. Тихая гавань вновь стала тихой. Даже слишком тихой. Мне сложно принять твое решение, хоть оно и верное. Thank you.
боги, как мы за тебя волновались! Всем есть что сказать на прощание. Кто знает, сколько тебя здесь не будет. Никто не рождается готовым ко всему. Но я верю, ты не пропадешь. Мы будем ждать тебя. Далеко еще до Сулана, как думаешь? Когда же закончится этот шторм? Смотри-ка, безбилетный пассажир. Что же ты за существо такое?
Кракен! Настоящий кракен! Он потопит корабль! Держитесь, друзья! В последнее время темноводные нападают гораздо чаще, чем обычно. В последнее время даже мы, Фалмари, морской народ, не рискуем без нужды покидать порт.